Наша сьогоднішня героїня Лариса Яструб до війни жила у місті Красний Луч Луганської області. Була забезпеченою жінкою, мала чоловіка, двох дітей. Але сталося так, що опинилась між чужих людей і майже без грошей. Був муж, родила дитину. Ну, то есть жили очень хорошо. Муж работал на шахте, зарабатывал очень даже неплохие деньги. Ну, потом как-то все. Мама заболела, попала в больницу. Очень много денег пошло на больницу. Месяц в реанимации она лежала. А что с мамой? Мамы рак был. То есть не спасла я маму. Продала квартиру через риэлтора. Риэлторы надурили, отдали только половину суммы за квартиру. Ну и как-то пошло все не так. Потом познакомилась я с молодым человеком с Хмельницкой области. А ще були заміжня з тим чоловіком, ще жили, так? Ну да, ще жили, но уже как бы очень плохо было. И познакомилась я через интернет с этим человеком. Ну, так мы с ним на нейтральной территории встретились, познакомились как бы поближе. Две недели мы жили на квартире, а потом я решилась на переезд. Вот тут уговорил, и в данный момент не сложилось с ним. Ушли в никуда, снимаю дом. Ну, как бы очень плохо. Вы с дитиною приехали? Я с двумя, да. Я с ребенком приехала, и здесь ребенка нажили, и в данный момент живу на съемном доме на 850 гривен, можно сказать, без средств к существованию. То есть, ну, постоянно в долг. Вот так взяла в долг, не хватает, например, ну, как бы вот этой вот, что получаю 850, перепрашиваюсь, беру еще. Ну, а чего потом... так, вы ж переселенка, чего так мало? Я не, ну, как бы сегодня вот только оформляются документы на развод. Когда я разведусь с мужем, тогда я, может быть, буду статус переселенки иметь, потому что он меня оттуда выписал, а здесь приписал. То есть, я не знаю, настолько сейчас вроде как бы обжились и хозяйство есть, но, опять же, его надо кормить, а на мою сумму это нереально. За газ, за свет, за дом заплати, и там ничего практически не остается. Ну и на данный момент пытаемся выйти из этой ситуации. Оформили развод, оформили алименты, но еще ни копейки мы не получили. То есть тянем на то, что было. А детям сколько років? Ребенку 10 лет. И девочки у меня, мальчику 10 лет, а девочке год и 11 месяцев. То есть она у меня еще грудная, и далеко, ну, как бы работать в данный момент я еще не смогу. И далеко от нее тоже не отойдешь, везде рядом. Вот, и вы сейчас... опинились тут между чужих людей и майже без грошей. Да, и без денег, и без жилья, и родственника у меня никого вообще абсолютно нету. То есть, ну, одна. И там тоже в Луганске никого нету. Возврата как бы, ну, нету. Ну, все, и так вот мы сейчас здесь, это приехала... родственница, ну как, она думает, что она моя племянница, но она не племянница. Она приехала ко мне с четырьмя детками поддержать. Ну как бы да, тяжелее, но тем не менее духом воспряла немножко. И сейчас вот она 24-го уезжает, будем опять горевать. Ну я так думаю, что все пойдет более-менее. Хорошо. Нині Лариса мешкає в одному із сіл Ярмолинецького району. Жінці пощастило на добрих сусідів, які з першого ж дня взялися опікувати її. Вам тут хтось допомагає? Так, да, да. Голова села пішла на уступки. Дуже допомагають сусіди, які живуть іменно на цій вулиці, де ми в даний момент живемо. Сусідка рядом, тетя Рая, огромна їй. Человеческое спасибо. Не могу.
То есть, ну, как бы очень помогла. Таких людей мало. Ну, а як вам, ви там жили, вам розказували, що тут бендерівці, напевно, так? Чи не було такого? Ну, я такого, наприклад, не слышала. У нас, там, де я жила, ну, как бы, может быть, есть такие люди, которые настроены против. Но я, если честно, не сталкивалась с такими людьми. Допомагають Ларисі і місцеві волонтери, зокрема Наталя Беренда. Лариса щотижня приїжджає в Ярмолинці, де отримує гуманітарну допомогу, а саме продукти харчування та одяг. Та й сама Лариса не лише надіється на сторонню допомогу. Жінка, хоч і все життя прожила у місті, тримає господарство. Прожила в, ну, как бы в своєму домі, там, де ми жили, і там держала господарство 4 поросенка. І, ну, огородів у мене таких не було. А сюди приїхала, всю життя прожила в місті, ну, знаю, що бачу, що люди, как бы, огород кормять. Ну, і тому стоїмо в огороді і займаємося фітнесом. Угу. Вот. Помагає хто? Ну, ніхто не помагає, сама. Сынок 10 років, помагає отлично, молодець. Він у нас і козочку виведе, і подоє, і мама воспитала як треба. Да. Вот і водички принесе з колодця, молодець. Вот в огороді все є. Слава Богу, ну, земля дає. Що є? І картопля. І картошка. И огурцы были, и помидоры, и кабачки, и, ну, как бы, и морковка, и капуста. Все, все сажали, что могли. То есть огород засажен у нас полностью. А за рахунок чего вы живете? 850 гривен – это мало? Это мало. На трех? Ну, вот за это и живем. Больше вот это, что на огороде выросли? Да, там. Соседи, да, помогали. И кто сало, кто крупы, кто муку нес, ну, кто что. Как бы так выживаем. Помощь была с Хмельницка вот совсем недавно, 2 недели назад. 7400 заплатили депутат Татьяна Петровна, Зеленко Татьяна Петровна. Вот она выбила нам 7400 денег, но они разошлись, мы их не заметили, очень много долго было. Дети очень сильно болели, мы ушли в этот дом, там не было ни газа, ни света, то есть холодно очень было. Это было 6 апреля перед Пасхой, очень было холодно. Дети очень переболели, в очень хорошие долги залезла, потому что на лекарства надо было. От голова села помогала. Нині Лариса не хоче згадувати, як до того жила з дітьми у контейнері. Так, зараз виживаємо на ці 850 рублів, тому треба розвод, щоб отримати більше. Щоб хоч я на першого сина отримала, тому що на першого сина я не отримую ні копійки, ні аліментів, ні, ну, ні копійки. А зараз школа почала, зараз зима на носу, і как бы, ну, тяжело. А чого ви на першого сина не отримували? Подала в суд всі на аліменти, але мені відказали. Сказали, що вашого чоловіка не можемо знайти. Все. І... Так. А цей не відмовляється платити? Якщо на вас ребен... розлучать? Да. На... Нет. Буде платити? Буде платити, але ще ні копійки ми не отримали. А війну ви застали трошки? Ну, я, наприклад, ні, але коли приїжджала в гості в Краматорськ, то немножко бачила це. І по розговорам подруга в Краматорську осталась, да, розказала в Славянську дуже. Це все, ну, як би ми відпочивали часто в Славянську. І, говорить, було таке, що і трупи валялись розорвані по городу, ну, то есть страшно. И в Краматорске бомбили не раз. Мы приехали в Краматорск, и я, получается, Новый год отметили. После Нового года мы только уезжаем,
даже 13 января мы уехали, 11 января мы уехали, и произошла бомбежка там. Попал снаряд прямо в тот дом, где мы были, хвост торчал на 2 метра, но он не разорвался, благо, что он не разорвался. Некоторые разорвались, а вот именно который в дом попал, он не разорвался, и люди, слава богу, остались живы, вот именно моя подруга, какой я была. Я, конечно, этого не видела, не застала, но